И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, выехал на очередную рыбалочку, а именно на реку Сексагань. И именно в сторону веселых Тернов. Да, именно туда. Я думаю, попробую все же там. Насколько я помню, прошлые года, вот почему-то карасик там, ну, намного быстрее проклевывал. Возможно, там или вот мельче, и вода быстрее прогревается. Кто его знает? Но это мы проверим, друзья. И, кстати, я проезжал мимо... Здесь я ни разу не проезжал, это, значит, не могу даже вам это объяснить, это в сторону Водинова, Шевченко, вот, где-то примерно в этом диапазоне, вот, от Даманского примерно где-то, вот если вылезти на возвышенность, Даманский видно где-то так, по параметрам 5-6 километров до Даманского, вот, ну тут, друзья, красотища, ни мусора, ни бутылок, эх, везде бы так было красиво, но, в общем, друзья, посмотрите на эту красоту. Я понимаю, что многие ждут рыбалочку. Кто именно хочет посмотреть рыбалочку, просто промотайте, да и все. А кто любит, любит и уважает природу, и интересненько вам это все посмотреть. Смотрите. Thank you.
нельзя. Вот первого поймал карасика, такой довольно неплохой. Значит, на что я обратил внимание? Смотрите, у него нет местами луски. Скорее всего, он попал в сети. Он побывал в сетях, так как видно, возле его головы нет луски. Вот. Взял он на червячка красного. Да, пробовал я на белый червячок, но пока поклевок не было. Поменял на красный. Вот такой карасик. Вот. Даже не обратил внимания, как он взял. Как-то тихо. Вот. Ну посмотрим, посмотрим. Может получится запечатлеть поклевочку. Вот такое место. Значит, смотрите, глубина здесь на моем удилище 1.5 метра. Вот. Бросал за камыш, далеко не бросал. Вот такое место. Друзья, еще одного поймали, ладошечный, резенький такой, хорошо взял. Вот, красиво так поплавочек положил, в общем, красотища. Так, давайте его положим в садочек, отцепим на червячка красного, как видим. Вот. Я целого не цеплял, так как я попытался целого почепить. Вот. Берет, клюет, да, хорошо. Но получается полностью его не заглатывает и по губам только промазывает. Вот. Жалом не могу почепить. Начал цеплять половинку червячка. Давайте его в садок положим. Итак, друзья, заканчиваю я свою рыбалочку. В общем, солнышко уже почти садится, клев прекратился. Ну, на реке это нормальное явление, кстати. Вот что под вечер клев не очень вообще. Вот. Я, конечно же, приехал сюда около 4 часов вечера. Вот. Где-то в 16:00. Естественно, это поздно. Конечно, поздно. Я ни с кем не спорю. Ну, я приехал в разведку, попробовал, да, клюет, клюет на червячка. Все, этого для меня достаточно. Отдохнул, вот, покатался, половил, посмотрел. В общем, удовольствие получил. Все, буду выдвигаться домой. А вы, друзья, не забывайте, если еще вы не мой подписчик, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня просто, очень просто там найти, на YouTube. Просто нужно на YouTube в поисковику написать «Вокруг водоемов», и вы сразу же меня там опознаете. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы получать новое видео вовремя. Вот. И не забывайте за лайки. Ваши лайки продвигают канал. В общем, всем удачи, а в рыбалке не хвоста, ни чешуи.